Меня зовут Пащин Алексей, я технический специалист по продуктам Wonderware. Сегодня я расскажу вам о таком продукте, как InTouch Edge, о применении его в IoT-решениях и, в принципе, о концепции Edge. Концепция Edge, в принципе, формирует понятие взаимодействия мира физических устройств и мира интернета. Грубо говоря, Edge-устройство позволяет вам шлюзировать данные, частично обрабатывать их ближе к локациям и передавать уже обработанные данные в центры обработки данных. Центрами обработки данных могут являться как облачные решения, так и более мощные SCADA-системы и платформы. Для того, чтобы соответствовать концепции Edge, есть некоторые требования. Именно устройство должно... Да? Хорошо, без проблем. Устройство должно иметь возможность работы с различными типами данных. Также должно иметь возможность работы даже в неустойчивых сетях. И если смотреть с точки зрения софта, то должно поддерживать кроссплатформенность и возможность интеграции с различными полевыми устройствами. Практически всем этим требованиям соответствует наш InTouch Edge HMI. Буквально пару слов о нем расскажу и продолжим. InTouch Edge HMI — это полнофункциональная SCADA-система с поддержкой большого количества шаблонов, драйверов, обладает функциями кроссплатформенности, то есть может быть развернута на различных операционных системах. Также обладает встроенными возможностями для интеграции с нашей Wonderware System Platform. И за счет того, что наш софт может быть развернут на различных операционных системах и на различных платформах, вы можете снизить общую стоимость вашего проекта за счет снижения затрат на железо. Также за счет того, что в каждой версии за счет того, что каждый год выпускается обновление InTouch Edge с дополнительным функционалом, вы можете не переживать о совместимости, так как InTouch Edge поддерживает все предыдущие версии. То есть вы можете импортировать в более свежие версии проект, разработанный ранее. Помимо того, что вы можете импортировать в InTouch Edge ранее разработанные проекты в последней версии, вы можете также импортировать проекты, разработанные на базе системы диспетчеризации от Rockwell, то есть Factory Talk, Panel Builder и прочее. Таким образом, вам не потребуется перерабатывать проект, а просто возьмите уже готовый ранее разработанный проект для вашей системы. За счет того, что InTouch Edge представляет большой функционал, ему требуется для работы нативно понятный набор инструментов, который вы можете использовать, который позволяет снизить сроки на обучение вашего инженера для работы с данным проектом, с данной системой. И, в принципе, он весьма удобен в разработке. Дальше. К основным преимуществам InTouch Edge HMI можно отнести то, что его можно развернуть на различных операционных системах и запустить визуализацию и тонкие клиенты на любых устройствах. И за счет большого спектра встроенных ресурсов, встроенных инструментов, вы можете интегрировать в него различные контроллеры, различные концевые устройства, различные базы данных, и также вы можете интегрировать его с облачными решениями. По порядку.
Про кроссплатформенность. Кроссплатформенность достигается тем, что у InTouch Edge HMI есть 4 типа основных конфигураций. Это IoT View для Linux-систем и для систем VxWorks, CE View для Embedded Compact решений Windows, Embedded View, соответственно, для Windows Embedded и Windows IoT. И если вам требуется более мощные решения на большое количество тегов, то вам необходимо использовать InTouch Edge Full Runtime. Он используется для десктопных решений Windows и серверных решений Windows, соответственно. Единожды разработав проект в вашей среде разработки, вы можете портировать его на любую операционную систему без каких-либо дополнительных модификаций. Мобильность достигается тем, что у InTouch HMI есть три типа тонких клиентов. Это Studio Mobile Access, это универсальный тонкий клиент, написанный на HTML5, который позволяет вам запустить визуализацию из любого браузера. Главное, чтобы браузер поддерживал технологию HTML5. Secure View и WebSync Client — это более специализированные тонкие клиенты для Windows. Отличаются они тем, что Secure View запускается как отдельное приложение, WebSync Client запускается через Internet Explorer. Написаны они при помощи технологии ActiveX. Взаимодействие. По взаимодействию. В InTouch Edge есть большой перечень встроенных драйверов, более 250 штук. На последний момент уже более 260. Каждые полгода у нас добавляются все новые драйвера, все новые устройства, которые вы можете импортировать в InTouch Edge. Если же в этом списке драйверов вы не нашли необходимого вам драйвера или необходимого вам протокола, вы можете воспользоваться OPC-технологией. В частности, InTouch Edge поддерживает такие спецификации, как UA, DA, NET, XML. Помимо того, он может являться либо TCP-сервером, либо OPC-сервером, вследствие чего вы можете передавать данные либо между решениями, написанными на InTouch Edge HMI, либо передавать данные из Edge HMI в другие SCADA-системы, что подводит нас уже к промышленному интернету вещей. Также за счет инструментов ODBC, ADO и LDB InTouch Edge может передавать данные в практически любые реляционные базы данных. Расскажу о новинках. Что появилось нового в последних версиях InTouch Edge? В частности, был улучшен и переработан SMA-клиент. То есть теперь добавлена поддержка переключение языка в рантайме, то есть вы можете динамически изменить язык в рантайме, если у вас запущена визуализация на Mobile Access клиенте. Также добавлены функции сортировки в Alarm контроле и некоторые стили для различных элементов. По серверной части. Улучшенная интеграция с тегами OPC. Во-первых, в релизе, в апдейте 3 была добавлена поддержка, нативная поддержка OPC, то есть вы можете просто импортировать данные из OPC, не конфигурируя дополнительные поля. То в апдейте 4 появилась возможность привязки тега массива OPC к тегу массива в InTouch Edge при помощи одной строки, а не указанием каждого члена массива. И добавлен смешанный тип аутентификации. То есть теперь, когда даже если у вас выставлен тип аутентификации LDAP для вашего проекта, вы все равно сможете залогиниться при помощи локального пользователя. Это весьма удобно для разработки OEM-решений, либо для разработки уже полностью собранных станков, полностью собранного оборудования, которое в дальнейшем будет интегрировано в сеть предприятия.
За счет ранее перечисленных функциональных возможностей InTouch Edge он может применяться в практически любом производстве, начиная от пищевой промышленности, заканчивая добычей полезных ископаемых. И пару слайдов о применении InTouch Edge в индустрии 4.0, либо в промышленном интернете вещей. Сейчас здесь показано, что InTouch Edge может являться как раз-таки пограничным устройством для передачи данных с контроллеров, с конечных устройств напрямую в облако. Также InTouch Edge может обмениваться данными между собой. То есть, если у вас есть несколько InTouch Edge решений, вы можете настроить пересылки. Тем самым Edge-устройства будут общаться друг с другом, выполнять команды выполнять команды друг друга. Учитывая данные обстоятельства, мы можем выстроить несколько типов основных архитектур применения InTouch Edge. Да. Вы можете передавать данные по TCP-IP, то есть, как я уже говорил, InTouch Edge может являться TCP-IP сервером, либо вы можете передавать данные по OPC UA, да, в зависимости от того, что вам требуется. Так, про архитектуру. InTouch Edge может использоваться как отдельная стоящая SCADA-система, которая будет собирать данные с полевого уровня, с контроллеров и предоставлять визуализацию оператору. Также вы можете использовать параллельно несколько InTouch Edge решений, в которых будут настроены пересылки, в которых будет уже более гибкая структура. То есть вы сможете обрабатывать данные более гибко, более удобно. Для централизации всей обработки данных вы можете использовать нашу системную платформу, которая позволит вам собрать со всех InTouch Edge устройств данные, проанализировать их, записать в Historian и, в принципе, добавить все функциональные возможности нашей системной платформы, о которых было сказано ранее. Помимо того, вы можете объединить все InTouch Edge и передавать эти данные в облачные решения, где InTouch Edge будет на локальном уровне обрабатывать информацию от контроллеров и передавать уже сводные данные в облачные решения. Таким образом, вы сможете иметь доступ к данным из различных мест. И если мы объединим третью и четвертую архитектуры, то получим наиболее стабильные, наиболее качественные решения, где InTouch Edge связан при помощи системы платформы и также передает данные параллельно в облачные системы. Данное решение позволяет вам получить все перечисленные на слайде преимущества. Дальше. Для того, чтобы реализовать взаимодействие между системной платформой и InTouch Edge, в системной платформе есть такой объект, как itme.viewup объект, который позволяет вам импортировать проекты из InTouch Edge без дополнительной переработки, позволяет вам привязать точки проекта InTouch Edge в системную платформу, синхронизировать состояние алармов, предоставляет возможность записи тегов в Historian через системную платформу. Также позволяет вам развернуть проект и управлять им также через системную платформу. Как именно применяется данный объект по отношению к системной платформе, как именно происходит взаимодействие между InTouch Edge и системной платформой, вы сможете узнать на сегодняшнем воркшопе в 14.30. И на практике мы рассмотрим и это взаимодействие. Также в следующей сессии мой коллега Эльдар Звиганшин расскажет вам о том, как данные решения применяются у нас на практике.